Как же это красиво! Неповторимая пластика, гордая осанка, отточенные движения, легкость и уверенность в себе. Ребятами из клуба «Камелия» невозможно не любоваться. Спортивные бальные танцы – направление, которое сочетает мощную физическую подготовку и развитие эмоционального интеллекта. Воспитанники держат отличную физическую форму, получают спортивные разряды. Так спорт это или танец? Искусство, оно есть, да, танец, спорт, как бы они все воедины. То есть нельзя сказать, что они только спортсмены, потому что без души танец невозможен, да, то есть это все равно должно быть идти изнутри. Ксения Пегушина – опытный тренер-хореограф, сама выпускница клуба. Она практически стояла у истоков его создания. А сам клуб успешно работает с 1999 года. Исполняет американскую и латиноамериканскую программу. Всеми знакомые разные вальсы – медленные, венские, два фокстрота – медленные и быстрые, да? Танец танго. В латиноамериканской программе это танец самба, чича-ча, румба, джайв и не похоже на всех танец посадобль. Ребята из «Камелии» – постоянные участники спортивных турниров регионального и российского уровней, да и за границей бывали. Успехи педагогов и воспитанников неоднократно отмечались дипломами и наградами. Если вы хотите видеть своего ребенка красивым, спортивным, раскованным и уверенным в себе, приходите в клуб. Здесь ждут детей от 3 лет и старше. Организационный сбор для родителей состоится 31 августа в 18:30 в зрительном зале Дворца культуры «Металлург».